Сцена, музыка и нарядные дети с мамами привлекли внимание многих посетителей торгового центра «Сити Плаза». Там прошел дебютный конкурс «Я и мама». Участие в нем могли принять все желающие, однако до финала смогли дойти только 6 мам с детьми. Собственно, поддержание семейных ценностей и есть основная задача конкурса. Цели все-таки укрепление семьи, поощрение семьи, как наши ячейки, самый главный, поощрение наших детей, показать то, как мы их любим, к чему стремимся, какими мы их видим. Чтобы стать лучшими участникам, надо было пройти 3 этапа. Первый, конечно же, визитная карточка. Мамы со своими любимыми чадами должны были рассказать о себе и своих успехах. Второй этап – творческий конкурс. Тут судьям пришлось потрудиться. Все участники оказались талантливыми. Удивляли, как могли. Кто рисовал, кто танцевал, а некоторые сделали ставку на поэзию. Они очень обаятельные, очень красивые и... Это не как взрослый конкурс, но это очень тяжело было судить каждого ребенка. Они все достойные были первого места. Третьим этапом конкурса стало дефиле. Мамы с детьми продемонстрировали зрителям и, конечно, жюри разнообразные наряды, которые им предоставили спонсоры конкурса – магазины торгового центра «Сити Плаза». В итоге по сумме баллов победу в конкурсе одержала Анна Кисла и ее дочь Елизавета. Признаются, первое место для них – неожиданность, но очень приятное. Участие в конкурсе «Я и мама» было очень спонтанно, потому что в подобных мероприятиях я никогда не участвовала. Моя дочь Елизавета, она более активна, занимается вокалом, танцами, а я более стеснительная. Я не могла запомнить один стих, то там не могу запомнить, то там не могу запомнить. Потом мы, наконец, выучили это, и я тут выступила. Все участники получили массу положительных эмоций, бесценный опыт и память на всю жизнь, а также море подарков и сертификатов от партнеров и магазина «Кирямба». А финалом конкурса стало дефиле от уже опытных юных моделей из агентства «Mini Kids Model». Конкурс понравился как самим участникам, так и зрителям. Организаторы теперь подумывают сделать его традиционным. Галина Моисеева, Игорь Крыпа, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.